Вот беру интервью у рыбака в Германии. Вот что он рассказывает про свою рыбалку, какие нужны, значит, документы. Так, Дима. Это, короче, бумажка. Зато говорит о том, что я сдал экзамен. Она действительно до 15-го года. Вот в этом году мне, значит, рыбачить уже нельзя. На 10 лет она выдается. Каждые 10 лет там по 150 евро платишь. И тебе теоретически можно ходить на рыбалку. Я состою в рыболовном сообществе. Или как это назвать? В рыболовном клубе. Каждый год мне присылают вот такую марочку, которую я вклеиваю в такую книжечку. Тут тоже моя фамилия, моя фотография. Нафига это нужно? Никто не знает, но вклеиваем. Затем мне выдается такая карточка, где написано мое имя, фамилия, и написано, что я активный член клуба, что я имею право в нашем клубе на озерах рыбачить. Затем, если я приезжаю на рыбалку, мне нужно вот в эту книжечку записать, как, в какой день. Тут стоят числа, тут стоят месяца, и тут стоят наши озера. Они все пронумерованы по номерам. То есть, если я приехал, например, на вот это озеро, на Розензе, это номер 7, например, 1 мая, то я пишу сюда 1 мая, номер 7. Это я приехал на рыбалку, мне даже удочки еще нельзя распаковывать. Если я вдруг поймал рыбу нечаянно, ну случайно бывает, что поймал рыбу. А удочки не надо распаковывать? А, нет, надо. Удочки распаковываешь, записываешь, распаковываешь удочки, закидываешь. Если вдруг нечаянно ты поймал рыбу, то есть другая книжечка, в которую записано, называется фангбух. То есть здесь ведется статистика пойманных рыб. Сюда записывается... Мне, кстати, новую в этом году выдали. Сюда записывают. Сюда пишешь, на каком озере ты. Ты хороший рыбак, раз одну использовал уже. Конечно. Записывается, какое озеро, какого числа. И тут вот самые такие, самые частые виды рыб, которые у нас встречаются. Сюда записываешь, сколько штук, какой вес и итого. То есть, если ты поймал рыбу, ты сразу ее сюда обязан внести. Сразу обязан внести. Удочку закидывать нельзя, пока ты рыбу сюда не внес. И для одного озера, которое у нас находится в другой области, есть еще одна карточка. И на это озеро я имею право ездить в год только 10 раз. Потому что там, ну, там какие-то ограничения непонятные, которые тоже, в принципе, никто не знает. Вот. Так что иногда утром встанешь, подумаешь. Все взвесишь еще раз. Все взвесишь еще раз. Одеяло откинешь и думаешь, да ну нахер эту рыбалку.